Если вам наскучили стандартные виды спорта, самое время опробовать фитнес от морских пехотинцев из США. Тренировки на петлях – модная новинка на рынке фитнес-индустрии. Она уже завоевала внимание многих любителей спорта и продолжает набирать популярность. Тренировки в воздухе подходят для людей всех возрастов и любой подготовки. Человек работает прежде всего с весом своего тела. Упражнения, выполняемые в воздухе, мало чем отличаются от обычных занятий фитнесом. Те же группы упражнений, только гораздо эффективнее. Петли укрепляют все группы мышц и очень хорошо работают мышцы-стабилизаторы. Вот, поэтому, выполняя упражнения, например, на ноги, да, у вас работают не только ноги, а еще подключаются, ну, еще 2-3 группы мышц, которые абсолютно как бы другие. Вот, поэтому вот это очень хорошая, ну, очень большая польза для всего организма. Плюс идет подвижность суставов и очень хорошо развивается гибкость. Впервые тренировку на петлях TRX опробовали морские пехотинцы из США. Ее придумал офицер Рэнди Хэтрик для своих бойцов. Находясь в засаде, он принялся искать выходы для поддержания физической формы в непростых условиях. Офицеру пришла идея связать парашютные стропы и использовать их как средство для упражнений. Теперь этот новый вид фитнеса активно используют и хрупкие девушки. Со стороны это выглядит довольно легко и просто. Как же это на самом деле? Я сейчас сама попробую узнать. Наталья, вы мне поможете? Хорошо. Так. Секунду. Как? Руки. Сначала нужно понять, как их брать. Руки ниже плеч. Обычно делали, вместе. Ой, они вот. Ровная спина. Изгибаем локти медленно. Уходим вниз, как можно ниже. И возвращаемся обратно. Стараемся держать туловище ровным, чтобы не прогибалась поясница. И возвращаемся вверх. Ну, как ощущения? Ощущения довольно своеобразные, потому что очень неустойчиво. Все так довольно-таки трясется. Я имею в виду петли. Дженнифер Лопес, Камерон Диас, Мадонна, Деми Мур. Голливудские звезды признаются, что достигли идеальных форм благодаря тренировкам на петлях. В Красноярск этот вид фитнеса пришел из Москвы несколько месяцев назад и уже нашел своих последователей. Я занимаюсь 4 месяца и очень оценила, потому что тело стало укрепляться на глазах. Появилась гибкость, появилась работоспособность. Хорошее настроение в течение всего дня. Я считаю, это очень удачное изобретение. Тренировки на петлях можно проводить где угодно. Если вы решились на самостоятельные занятия, будьте внимательны при выборе материала. Подделки китайского производства могут подвести вас в самый ответственный момент. Качественные петли способны выдержать до 180 килограммов веса. Пробуйте новое и не бойтесь экспериментировать.